сценариях это делают, и сразу знаешь, что у них есть. Это... Ну нет. Нормальный дом для коса. Нет. Выходите. Я люблю. Пошли. Где они? А, извините, движение. Здесь он. Уже вроде с Мальборо должен. С нами. Нет, у второго. Я с Мальборо. Да, он говорил с Мальборо. Как там кусты? Ой, прошу прощения, иди сюда. Вот я тоже не пойму. Мальборо тоже не пойму. Я понял, что он справа от камня, да, такого? Нет, кусты вроде, да. Есть кусты. Первая группа, а не со второй. Да, кусты. Чё с первой? Кому с первой? Близко. Близко. Что такое? Что-то, по-моему, нуклеир отстал, да, где-то? Нет, это вообще почти самый первый. Справа от нас, там 249, да? В принципе. Стрелка, СПГ убили. Чё, один? А где он находится? Сели двое там вижу. Спереди сидят. Огонь. Давай. Огонь? Выше один. Держу укрепление. РПГ слева, сзади.
Да. Далеко, блин, далеко. Где-то очень близко с нами, очень. Ну, клир, давай к нам, а вторая группа. Я устал. Командование Мальборо, продвигайтесь на... СПГшка. На укрепление. Поняли. Где-то здесь СПГ. Еще ничего. Нет, СПГ далеко, она сюда упала. Нет, это СПГ, это РПГ, по-моему. Как ты отличил? В ролях это СПГ, 100%. У нас один труп из первого отделения. Один труп, двигаемся. Второй групп. Они по второй группе работают, СПГ. Которая до этого, да, один был, один ДП. Первая группа на следующий фон, перебегаем где-то за ним. Я СН устал, я отстал. Я могу сейчас выстрелить. Кто-то был из калаша, убили его? Пз, метку посмотри, у нас минус 2 сделали, нам не противник. Я южный склон смотрю, ваш, они его сделали. Нас минус 2 сделали. Привязываешь. Нет, вертушки отмену дай. Мы заходим на укрепление. Мы заходим на укрепление, дай вертушки отмену. Неваляк живой? Да. Он живой еще. Гранаты кинь сюда сначала, парк. Я калю морфин, но хорошо, это точно место. Если меня сейчас завалят, короче, не важно. Все, заходите, нормально. Держу. Если бункер высунется, пиздаем. Они вас не обойдут, Паш, не валял. Я южную сторону смотрю. У нас один ранен или убит рядом с ПЗ. Я его проверю сейчас. Не, спускайся, уходи. Там чуть ниже парк. Ног нет. Южнее, на склоне еще АГС стоять должен. Брать. Я без ног. Принт. Когда зачистите, скажете. Своих что ли убил с пулемета с вертолета? Известно.
Что в следующем записи? По расписанию? Вестфуд, я же тебе говорил, что пока я в зону ехал на... с востока, короче. Ты приехал просто в лоб зачем-то. Ты бы сейчас прошел по высоткам, посмотрел сверху вниз. Я как мог ехал по краю. Я думал, там уже зона где-то. Так, снайпер идет проверять пятого. А пятый чё? А пятый без сознанки. Эй, Демьян. Заметили же его. Чего? Заметили же его, однако. Ну. Так, а чё, у вас там ещё и двое было, у вас тут? Ну, у меня там... Как раз появился кто-то с пулеметом у них. А кто на СПГ был? Я. А, понятно. Стрелял кто-то, стрелял. В одного ты попал. В одного ты попал. Ой, зря Инферно кинул дым. Сейчас по нему вертолет отработает. Так, Николай сейчас будет ловить фраги. Интересно, может, тебя сейчас найдут или нет? Да, скорее всего, нет. Блин, там столько фугасов, столько кумулятива. Можно вообще сравнять офицера. Ну, не сравнять, стрелять можно. Позиция. А в машине кто УАЗик любой сидел? Я и Кюми. А, понятно. Вы такие сидите, мы вас видели. Он сидят он такие. Он еще и посигналил, по-моему. Да, да, да. Мы слегка охренели, такие стоим, вышли из-за холма, сидят двое в машине, думаем, что с ними делать. Мне Кюби улетел, я остановился. Я уже хотел высаживаться, как раз водить. Так, Николай, Николай сейчас будет фрагать. Еще гранату, нужен. Не, не, не сработал. Молодец. Он думает, что там один такой был. Сейчас будет лутать его с ним. Да. Вот граната, дым. Ха-ха-ха. Репит, нарвался на репит. Блин, офигеть, 4 столько. Все в голову. Не настраивалось или совсем не работало? Да я стоял просто в этом, в принципе, не стоял.
Гарда и в этом Уисконсин, там позиции. Пырки нас не... Эх, чуть-чуть не добил. Где у вас ГС стоял красный? Что-то не было. Oh, fuck, that hurts. В этом. Во дворе каком-то там я поставил. У меня потом накрывать начало. Я его пытался там, тащил. В итоге он в дом провалился, я его не нашел. Просто пусть по нашим кто-то без. А, потеряли совсем? Да я накрывал. Краб говорил. У вас, кстати, санитары были хоть какие-нибудь у обороны? Нет, вроде. Понятно. Не понял, только что было 3 человека, теперь 4. Кто-то перезаходил? Вылетал, вернее. Верно. Мне, кстати, после того, как я начал на видеокарту записывать, перестал спектатор лагать. Я всю жизнь на Shadowplay записывал. Ну, понятно. Что ты дальше на видеокарте записывать? Да. Паша, ты Shadowplay начал записывать? Нет, почему? Я просто перестал стримить, стал ОБСом. Большим потоком записывать. Ну да, там на карте. Кодирует. Да, да. Да я решил со стримами пока закончить. Правильно, это всякие сдохи. Не, у меня интернет просто что-то совсем глючит, падать стало. Запись теряю, смысла нет. Лучше пусть хорошее качество и полное будет. И FPS больше. Да, их квест больше. Меня с Доники не напрягали. Там на Твиче есть смысл, если есть аудитория. Если нет аудитории, да, то там совсем нет смысла делать. Да. На Ютубе хоть какая-то есть аудитория у меня, а там на Твиче вообще никого нет. Норм. Это просто в пустоту. Норм, вторую вообще никогда не было в нормальной аудитории. Конечно. Не, почему? Можно, нет, не важно какую игру, важно, чтобы не было задержки. Длительной задержки. Скажем, как на армии у нас на ТВТ-шках ставится 15 минут, но обратная связь со зрителем отсутствует, как таковая. То есть, по сути, смотришь просто запись. На самом деле, когда стреляешь, то вот это не надо обратная связь со зрителем, честно говоря. О, ну пара накрыли этот домик. ДШК, блин. Завтра.
сжимали так. Ты когда по горкам шмалял, там накрыл там двое. Хотя может и не ты, но там два трупа лежат так, что походу ты бегаешь на крыл. Может трап убил, по ним тоже. Не знаю, не знаю. Картошка залупался. Я даже не успел место выбрать для АГС. Уже начали нападать. Ну, на самом деле, довольно долго мы брали. Ну, пока забрали СПГ, подобзили, пока АГС. А СПГ где стоял? Видишь башенка торчит? А, значит, то есть мы тоже в городе, короче, да? Да, справа вот двор есть такой, там он горит еще, правда, вот там. Только я его начал перетаскивать, прятать, чтобы... Текстуру провалился дом. Без арма 2, 10. Да, они сейчас пиганут в этом доме, уже знают, что они там сидят. Что-то не попало. Их сейчас ворон с АГС накроет. Да, АГС, да, это вообще лично. Я не понимал вообще, что это было. А это было? Это около автобуса бегали, около Праги. Я бегал возле Праги. Парни, парни паникуют. А, ну он вас накрыл, да, потом? Да, побежали, побежали. Ну они паникуют, сейчас их и на этом. Мне прям в окно попал и убил. Ну, а я говорил, я его наводил, куда один Просто одна мечта. А, они просто сменили дом. Вот и все. Умницы какие. Хитрые. Ну завтра лучше не будет. Пока. Ну, дом сломался. Домик упал. Сейчас мисло взорвется, если не повезет. Ноги сломаются. Нормально, я помса без времени. Я сказал, что это. Да. Она, кстати, там до сих пор вроде бы стоит. Такое ощущение, что у красных остались самые живучие. Да, назад тут живучики. Гляньте, понимаете, два стрелка. У него ног нет, что ли? Да. О! Еще одно. Ворон на мину наехал, поехал дальше. Нормально. Сейчас будет разминировать триггер. Ну что, все с гранатометами кончились, да? Карлик, последним. Ты вроде с РПГ, да, был около этого? Последний. Сейчас будет бой у Ксю забрать. Вера. Может, сейчас один в 4 размотает. Возможно. Или нет.
Yeah. Там едет рядом. Шакал с АГСом, по-моему, да? Да. Быстрее писать ДВШ, потому что у них в доме рядом сидит. Так, наводят, наводят, разворачивают, развернули. И все. А почему я слышу всех? Ствол торчит, ё-моё. Ебай, загадал с вертолет стрелять. Вот это мой. Нормальная ситуация. Фраг, фраг. Живучие, они там наломаются, они сидят. Они не по тому дому бьют. Там вы почему его на карту убили, там же стоит. Ой. Было хорошо. Так, а где лазер? А, другой лазер. Ну, точно. Лари, давай. Точно. О, попал. Нет, да. Он все живой, он не был. Лишь попал. Надо, надо, надо. Слово гейминг, вертолет не так. Ларри думает, что добил. Да, там кони ставит. Это как повезет. Там АКМ. Он не ставит. Почему не может ставить? Нет. Ему типа одна пушка в ноги. Очень мало вероятно, что он ловит. Он почти долетел. Встал. Еще убьет, наверное, развернет. Сейчас развернется, убьет. А он через два встал. А, он за пони. Не добьет. Ларик, я же думал. И забыл про них. А чё, ну какой триггер на что стоит? Не взрывает. Не-не-не, триггер в смысле плата. Это зачем? Ну или хотя бы что погибнуть. Они город хотят сравнять с землей? Ну да, это нормальная тема. То, что как бы известно позиции, где там кто или у них радиообмена нет. Про радио все знают, постоянно они думают, что это. Хотя нет, вот. Вот, да. Что? Ларри. Про Ларри они знают. Зря, зря. Никого не убил.